Здесь у меня готовится овощной суп диетический. Здесь варится диетическая гречка с грибами и морковью. Смотрите, какая красота. Сюда я сейчас долью оливковое масло. И, в принципе, тоже готово. Отключаем. А еще сегодня я сварила куриный суп-лапша с грибами. Обожаю просто этот суп. Он очень классный. Еще добавляем зелень, ароматы. Видите, как красиво получается. У нас нет садовников, мы работаем сами. Купили газету на газету небольшую и работаем. Здесь уже Юра постриг. А вокруг деревьев вручную машинкой маленькой стрижем. Доброе утро всем. Я просыпаюсь рано, потому что птички так поют классно. Хочу вам тоже показать вот такую вот красивую картинку. Кто-то спрашивал недавно, у вас моря нет, что ли? Нет, вот оно. Вот оно море, рядышком совсем. 1,5 километра от нас. Ну, мне почему-то больше нравится вот в эту сторону смотреть. Тут такая картинка красивая. Вот, кстати, соседский дизайн. Кто-то хотел посмотреть. Тоже красиво. А это у других соседей. Тоже красиво. Все стараются, у всех хорошо. Смотрите, как красиво смотрится. Просто потрясающе. Жасмин очень красивый. Супер. Мы только что полили сад, навели порядочек. Красотень. Закат уже начинается. Доброе утро всем. Посмотрите, какое замечательное солнечное утро. Я приняла душ, сейчас будет уход за собой. И это уже в правилах моих, наверное, лет 10, если не больше. И все. И потом идем готовить завтрак. А еще, конечно, утренний эфир на моем любимом марафоне. Хотела показать вам, смотрите, вот такую игрушку, которую я купила в одном из магазинов текстиля. Называется English Home. Вот такая игрушка, подушка. Вот так руку засовываешь сюда, в эту игрушку. И девочки, ложишься спать. Это так удобно. С одной стороны лен, с другой стороны мех. Можно перевернуть, как тебе нравится. А можно просто развернуть и сделать обычную подушечку. Тоже классно. Мне кажется, это и в полет хорошо. Вот видите? Просто подушечка. Вот здесь вот лен, чтобы приятнее было. Здесь просто такая игрушка-подушка. Классная вещь. Сегодня первый день, когда я позволю себе немного позагорать. И это не может не радовать, потому что наши садовые работы подошли к концу. Thank you.
сегодня картинка поменялась. Сейчас я вам покажу, что произошло. Вот, смотрите, сверху показываю жасмин. Вот так вот. Сейчас полив идет. А вот море. Кто спрашивал, далеко ли море? Вот оно. Посмотрите на гибискус красный. Вау! Просто красота. И желтый распустился. Шикарно просто. Вообще восторг. Так. И розовый тоже уже вот-вот распустится. Красотень. У нас сегодня дождичек, что неожиданно. Я купила заготовку у вас вот такой для фруктов. Буду ее красить сама. Так, что у нас еще интересного? А интересного у нас то, что сегодня дождь. Бугенвилия начинает одеваться. Посмотрите уже, как гораздо лучше. Особенно вот это. Это вообще. Ну, она здесь двойная. Здесь два цвета. Красотень. Уж совсем скоро откроется. Гуляем под дождем с Юрой. Вырастим, да, сильнее, Юр? Здесь такой дождичек теплый, что приятно погулять. Даже можно поиграть в теннис. Очень приятный дождичек такой прям. Мне нравится. Тепло-тепло на улице. Смотрите, как помидоры вымахали уже. Прям хорошо. У нас там два сорта. Один сорт черри, а другой крупноплодный. Домик пока сегодня не будем делать. Смотрите, абсолютно без масла, как хорошо они обжариваются, становятся румяными, подсушенными. И после этого можно уже отправлять их в гречку, которая еще не варится пока. Поставила вариться гречку, сюда же отправила обжаренные без масла грибочки. И сейчас сюда же отправлю мелко-мелко нарезанную морковь. Накрываем крышкой, ждем, когда закипит, и убавляем на медленный. А здесь сейчас я буду готовить диетический овощной суп. В кипящую воду я положила картофель, отправляю туда же капусту, добавляем морковь, мелко нарезанный помидорчик.